Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашего любимого кота Тома. И у нас сегодня новые обновления. И что же нового в этом обновлении? Давайте-ка посмотрим. Новая мини-игра «Забей больше всех голов и стань чемпионом». Кроме того, тыкай пальцем в Тома в наряде спортивного фаната. Ага, и посмотри, какой смешной эффект дают прыгающие бобы. Итак, супер, друзья, давайте-ка посмотрим, насколько это все интересно. Здорово. Итак, давайте-ка я еще уменьшу звук. Уберем это все и посмотрим, как, что же нового в этом замечательном обновлении. Итак, супер. Вот сегодняшняя миссия. У нас нужно быть заработать 4 очка в игре «Летающий Том». В прошлой части, друзья, мы сделали очень забавного, смешного Тома. Вот такого вот короля. Сейчас он очень захотел туалет. Давайте-ка пусть отведем, и он делает свои дела. Да, друзья, в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый привет Виталию Пронину и подписчику с ником Марк Топик. Друзья, а кто хочет особого привета, пишите в отзывах, в комментариях, и я с удовольствием вам передам. Итак, в прошлой части, друзья, мы сделали его вот такого забавного, золотого. Очень, друзья, интересно посмотреть, какой же Том будет после нового обновления, вот этого футбольного. Но вначале давайте-ка мы Тома покормим. Итак, хочет пончика. Не знаю, найду ли. Да, есть пончик. Итак, на 23% накормили Тома неплохо. Давайте-ка дадим огненного перчика и посмотрим, как он на него среагирует. Итак, замечательно жует. И что же произойдет? И Том начинает полыхать огнем. Ну что же, выглядит это прикольно, забавно и интересно. Кроме того, друзья, хочу дать ему особое зелье, вот после которого Том будет превращаться в какого-то другого Тома. Вот это зелье. Итак, что же произойдет? Бьет молния, и Том превращается в вот такого вот забавного Тома в полицейской со шерстью дракона, рогами и очках. Прикольно это выглядит. Давайте-ка еще, друзья, не могу удержаться. Нажму, посмотрю еще, в кого превращится Том. Ого, ничего себе, какие невероятные превращения Тома. Да, друзья, кстати, если вам интересны эти превращения, пишите в отзывах, в комментариях, сколько раз вы хотите увидеть, я это для вас делаю. Ну а сейчас давайте-ка поднимем настроение кота Тома и посмотрим, друзья, вот какая же новая одежда и как выглядит на нашем Томе. Да, кстати, друзья, нужно набрать больше 50%, чтобы наш Том дальше просто улыбался. Итак, еще, друзья, что же новенького у нас? Мини-игра, мы ее попробуем. Тыкай пальцем Тома и посмотри, какой смешной эффект дает прыгающий боб. Ага, друзья, в еде есть прыгающий боб. Давайте-ка, друзья, наверное, все же я перейдем на кухню. Посмотрим, как выглядит вот эта еда, прыгающий боб. И где его можно купить. Вот, в зельях? Нет, друзья, скорее всего, не в зельях. Вот, друзья, бесплатно прыгающий боб. Отлично, друзья, давайте-ка я несколько их возьму и посмотрим. Вот только, друзья, если он уже активирован, будет ли он действовать. Итак, Том его съел, и что же произойдет? Ага, друзья, вот, давайте-ка я добавлю звука. По-моему, друзья, он пукает. Давайте-ка еще немножко я проверю действие на него этих бобов. Итак, что же произойдет? Да, вот такая вот ситуация. Вот прикольно сделали разработчики, а от этих бобов наш Томик пукает. Ну что же, это прикольно, забавно. Кстати, ему было бы здорово дать зелье похудения, что-то он на нас потолстел, но, друзья, не могу сдержаться. Давайте-ка мы пойдем в гардероб. Первым делом я сниму корону. Вот, уберем золотую шерсть. Вот, отлично. Давайте-ка что-то... А, это я приключил глаза Тома. Уберем королевский монокль и уберем золотую шерстку. Да, что-то наш Том поправился. И, ага, вот, друзья, вот как выглядит этот футбольный наряд. Ну что же, давайте-ка, друзья, его и мы купим и активируем. Итак, хит. Вот такой вот бесприкольный, забавный,
наряд спортивного фаната он выглядит. Итак, давайте-ка нажмем, посмотрим. Ага, друзья, смотрите, как смешно. Нажимаем на него, и в Тома бьет мяч футбольный. Ну что же, супер. Кстати, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, в какой шубке вы хотите увидеть следующей серии нашего Тома. И я с удовольствием для вас это сделаю. Вот, попросили несколько подписчиков, чтобы я сделал Тома в следующем видео космонавтом. Это я сделаю, друзья, уже в следующем видео. Ну а пока давайте-ка мы посмотрим, какие же забавные шорстки есть для Тома и какой он может быть прикольный. Вот, да, вот спасибо нескольким подписчикам. Попросили, чтобы я взял золотую шорстку еще в шлем викинга и золотую шорстку и шлем полицейского. Вот, очень, друзья, благодарю за ваши отзывы, комментарии. Но сегодня давайте-ка мы остановимся на костюмчике фаната. А в следующем видео я, конечно же, буду брать ваши подсказочки. Буду стараться, чтобы они вот совпадали. Ну и, друзья, вот мы... Ага, давайте-ка дойдем... Вот, по-моему, друзья, я уже совершил круговорот шорсток. Всего 33 шорстки. Финальные это шерсть-клет. Вот, сейчас мы до нее найдем и начнем сначала. Прошу прощения. Итак, давайте-ка продолжим, друзья. Вот где-то здесь финальная шерсть-клет. Вот, пишите, вот пропустил я ее. Пишите, какая вам больше нравится, в какой вы форме хотите увидеть нашего Тома. А мы, кроме того, друзья, давайте-ка еще внесем изменения в гостиную. Ну, раз Том у нас фанат футбола, все сделаем в футбольном стиле. Итак, нам нужны ворота. Правда, я что-то их не вижу. Вот. Итак, спортивные ворота есть. Давайте-ка еще возьмем с какой-то спортивная картина. Вот то ли у него футболка под стеклом какого-то известного футболиста, то ли просто что-то такое. Итак, замечательно. Давайте-ка найду еще спортивное кресло. Итак, спортивное кресло, мешок. И попытаемся найти спортивные обои. Вот в теннисных мячиках должно что-то такое быть. Сейчас мы посмотрим, где же наши футбольные обои. Вот они, спортивные синие обои. Осталось только поменять коврик. Тоже попробуем найти в спортивном стиле. Вот, есть, друзья, коврик, футбольное поле, супер. Ну и что-то я переборщил, друзья. Сейчас попытаюсь все же найти. Вот, вот он, коврик, футбольное поле. И еще внесем изменения в пол. Вот, по-моему, новогодний пол не подходит, но под спортивный газон очень подходил. Вот есть спортивный газон. Итак, гостиная сделана в футбольном стиле. Довольно-таки здорово выглядит Том, друзья, но не могу на это смотреть. Итак, давайте-ка все же дадим ему какое-то зелье похудения. Какой-то он слишком толстый. Итак, даем ему сжигатель жира. И смотрите, как он похудал. Но мне кажется, друзья, когда он был толстым, он был симпатичнее. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Итак, опять же, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли давать ему зелье похудания или пусть будет толстеньким. А вот столовую я тоже сделаю в футбольном стиле. Итак, давайте-ка выберем вот какой-то вот спортивный стол 30 ярдов, он называется. Попытаемся найти спортивный холодильник. Кстати, как он выглядит, что-то я не помню. Ага, вот в виде американского футбольного мяча. Кроме того, сейчас возьмем вот окно с видом на арену. По-моему, оно так как-то и называется. А вот окно стадиона. Супер, осталось только найти спортивные синие обои. И вот такая вот классная у нас сегодня футбольная кухня. Просто супер. Отлично, друзья, внесем изменения в ванную комнату. Опять же, все сделаем в спортивном стиле. Вот, спортивный унитаз-кольцо выглядит, конечно, очень необычно. Вот, кроме того, нужна дверная заслонка, спортивное табло и коврик. Тоже спортивный, в виде баскетбольного мяча. Супер. Вот, еще попытаемся найти какую-то плитку. Вот баскетбольный кафель, удалось нам это сделать. И попытаемся еще вот найти спортивные синие обои. Супер. Итак, все пока у нас получилось.
Осталась только спальная комната, которую мы тоже без проблем переделаем в спортивный стиль. Первым делом вот занялись обоями, пришло за кровать. Из кровати мы делаем спортивную гоночную кровать в виде вот какого-то крутого Формулы-1 гонки. Очень похож кровать на какую-то классную машинку. Итак, вот я пропустил где-то, наверное, друзья. Итак, современные постельные, спортивные постельное белье в клетку. Вот, супер, удалось найти. И осталось только, друзья, вот нашел я спортивный кубок-лампу. Ну что же, замечательно. Да, и вот Анжелочку мы поменяем на полку чемпиона. Ну, просто супер, друзья. Итак, Том очень мне понравился. Молодцы разработчики. Очень классные, внесли изменения. Вот еще не могу остановиться. Давайте-ка вот так запустим нашего Тома. И, конечно же, друзья, очень интересно посмотреть, какую новую игру сделали разработчики. Хотя, друзья, вот возможно, давайте-ка мы с вами выполним задание. Итак, первое задание у нас: заработай 1 очко в игре «Летающий Том». Давайте-ка, друзья, все же посмотрим вначале на игру, новую, которая появилась, а потом уже займемся. Итак, гол называется эта игра. Вот раньше ее не было. Ну что же, вперед. Итак, друзья, давайте-ка сыграем. Играй. Вот, и как же здесь играть, друзья, не совсем я понял. Ага, друзья, вот так это все выглядит. И, по-моему, друзья, я забил гол. Вот, отлично. И как-то вот так. Есть второй гол. Ого, супер, друзья. И сейчас я уже играю с Хэнком. По-моему, друзья, довольно-таки прикольно сделали разработчики. Ничего себе. Итак, защищаю ворота. И гол Хэнку. Супер. Ай-яй-яй, друзья. И мне гол. 1-1-1. И давайте-ка я попробую. Есть второй гол. Удалось забить Хэнку. Отлично. И третий. И есть, друзья. И теперь я буду уже играть с Беном. Ну что же, попробуем вот так как-то. Вот, ой-ой-ой, друзья. И что делает? Вот вредина. И нет, промазал. Друзья, промазал. Есть первый гол. Отлично. И Бен идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делает? Как он не попал, друзья, не знаю. Но я попробую ему забить. И не удается пока. Ух, и он мне забил. И не знаю, друзья, возможно, сейчас я уже проиграю. Есть. И, друзья, а теперь я играю с кошечкой Анжелой. Ну что же, друзья, просто невероятно. Просто забавно это все выглядит. Вот так, есть. Гол Анжели я забил. Вот. И ну, чуть-чуть, друзья, не хватило. Вот, ничего себе, какая активная Анжела. И я забиваю ей второй гол. И теперь уже играю с Джинджером. Ну что же, ой-ой-ой, друзья. И есть 1-1. Ай-яй-яй, друзья, как я мог промазать. Ну как-то вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И что это было, друзья? Нет, не хочу выходить из этой игры. Есть, друзья, забил. 2-2. Ай-яй-яй, друзья, отвлекся на секундочку и пропустил гол. Ну что же, это было здорово, друзья. Итак, у меня рекорд 4000. Первый раз играл, поэтому, друзья, мне кажется, игра достойная. Итак, пишите в отзывах и комментариях, какой у вас рекорд. Я что думаю, друзья, давайте-ка мы попробуем сегодня все же заработать вот этот сундук. И давайте-ка мы сыграем в эту игру «Летающий Том». Правда, игра очень непростая, но я попытаюсь заработать этих 4 очка. Ну что же, вперед. Итак, вперед, 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 вперед. Ай-яй, друзья, и я столкнулся. Ну, по-моему, друзья, я первый кубок заработал. По-моему, первый ключ у нас уже есть. Ну что же, здорово. Вот давайте-ка перейдем за вторым ключом. Итак, нам нужно построить тортик. И мне удалось без проблем вот взять тортик. Ну давайте-ка, друзья, если уже начал строить, хотя бы вот немножко его построим повыше. Ну что же, вот такая вот забавная игра. У меня, в принципе, на канале тоже в игре «Говорящий Том» есть довольно-таки серьезные рекорды. Уже не помню, но там я башню довольно-таки огромную построил. Ну, сейчас давайте-ка, наверное, друзья, на этом уже остановимся. Вот, ну давайте-ка дойдем до шарика.
И посмотрим, что из этого получится. Вот так отлично у нас все получается. Но, возможно, давайте-ка уже до этого дойду шарика. И где-то сейчас я уже, друзья, проиграю. Ну что же, вот так. Итак, что у нас получилось? Давайте-ка посмотрим. Вот рекорд у меня 86, а только что мы с вами набили 47 очков. Отлично, друзья, следующая игра — это у нас угадывать. Угадывать нужно вот картинки. Вот удалось пока без проблем. И я сразу же, друзья, нашел вот третий ключ. Ну давайте, друзья, уже несколько хотя бы картинок посмотрим. И перейдем к другой игре. Суши. Смузи. Вот, удалось мне найти смузи и суши. Ну вот, супер, друзья. Итак, остался последний ключик. Давайте-ка я выйду и попробуем его взять. И эта игра пианино, нужно набрать 11 очков. Ну что же, вперед, друзья. Итак, вперед, 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 вперед. Вот, супер, друзья. Итак, отлично. Ну, возможно, друзья, если уже начали игру пианино, давайте-ка, друзья, я попробую побить рекорд в этой игре. Главное не ошибиться. Вот так, замечательно. Вот так, здорово, здорово. Хорошо. Итак, неплохо. Сейчас идем. По-моему, друзья, заканчивается время. Но пока двигаюсь, двигаюсь. И закончилось время. Итак, давайте-ка посмотрим, удалось ли мне побить рекорд. Нет, у меня рекорд 136, я набрал всего 88. Ну что же, хороший результат, друзья. Вот, давайте-ка. Да, удалось нам собрать. Давайте-ка посмотрим. И в сундуке у нас сегодня мы выиграли зелье. Ну что же, просто чудесно. Итак, друзья, сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, как вам новый костюмчик нашего Тома. Понравился, не понравился. Ну и, конечно же, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, в каком костюмчике и в какой шерсти вы хотите увидеть в следующей серии нашего Тома. А у нас в наличии есть множество шерстей и множество разных костюмчиков. Вот. Ну, сегодня я ничего не буду из этого делать. Прощаюсь с вами. Пока-пока. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.